Иди сюда, снимай. Так, заходим. Заходим, строимся. Вокруг стола. Быстрее. Положи. Так, Ирине, ко мне сюда. Вокруг стола строимся. Вокруг стола. Побыстрее. Все, мы взяли. Стоп, ты что, Ирине кто-то уталкивает? Макс, заходи. Там еще не все Семь. Так, сегодня вашему соратнику, спортсмену Егору исполнилось 7 лет? Да. Я тебя поздравляю, ты тебе будешь перейдем 7-9 мячки, я с мамой сейчас переговорю. О, подарок на рождение, видишь какой, да? Сразу тебе говорю. Так, как обычно, смотрим в глаза, говорим, Егор, и несколько слов. Давай, вставай туда, надо подъявить. Смотрим в глаза, Егор, и что вы хотите ему пожелать? Только от души желайте. Поехали. Я тебе говорю, тихо. Чтоб ты защищал женщин и помогал всем. Молодец, давай, Егор. Егор, я тебя поздравляю с днем рождения. Пожелай, Потапчик, давай, что желай. И я тебе желаю... В лицо смотри. Чтоб ты защищал Россию. Россию. Молодец. И был еще ковровый. Смотри, можем день рождения тебе сделать? Мне пакетик. Смотри, я люблю сдувать его щеки. Видишь? Смотри, смотри. Так, давай, хорошо. Я тебе желаю, чтобы было много подарков и много игрушек. Отлично, Фоминка, давай. Егор, я тебе желаю, чтобы у тебя было много друзей. Угу. Я желаю, чтобы ты, чтобы ты защищал всю нашу планету и всю Европу, и всю Россию. Егор! Отлично, стой, низкий, давай. Егор. Желаю тебе, чтобы ты был здоров и тебя не любили. Отлично, давай. Романюк. Осталось, а? Слушайте, маму и папу, ты никогда не болел. Илья, что пожелаешь? Я не могу. Тихо. Тихо. Чтобы он летал, чтобы он решал друзей твоих. Отлично. Франкенштейн, бай, пожелай кинуть. Егор, я тебе желаю, чтобы ты умел играть в шахматы и в шашки заниматься в бассейне. В бассейне. Давай, Алиса, пожелай. Я желаю, чтобы тебе занимали первое место, и чтобы ты сам получал медали, получал награды, и чтобы ты был очень здоровый, и у тебя было много-много машин. Молодец. Так, Пушкин этой группы, Александр Сергеевич, Иосиф, подавай. Я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и всего хорошего. Как-то сегодня необычно. Давай. Я тебе желаю, чтобы ты... Тихо. Чтобы ты всегда слушался родителей, не слушался и защищал страну. Отлично. Романыч, давай. Я желаю тебе, чтобы у тебя был скейтборд. Скейтборд. А автомат? И автомат? Да. Для чего? Чтобы стоять. В кого? В американских. Сразу же не надо делить американцы, все люди, мы все люди, понимаешь, Роман. Автомат нужен, чтобы защищаться от плохих людей. Американцы ведь тоже бывают хорошие. Ладно, тихо. Тихо. Я тебя желаю, чем ты хорошо занимался. Чтобы не хулиганил. Молодец! Так, ну я тебя пожелаю, я тебя уже поздравил, ты 7-9 девички идешь. Следующая цель, чтобы ты в 7-9 основной перешел. Но чтобы ты туда перешел, надо больше стараться трудиться, сам понимаешь, да? Вот, не расстраивай родителей. Слушайся родителей, в принципе, представляя наш клуб везде. И будь образцом для всех. 3-4, с днем рождения. 3-4! Да!